Доброго времени суток, дорогие друзья, и в данном видеоролике мы вам покажем, как просканировать QR-код с помощью Samsung Galaxy X-Cover 4. Для того, чтобы это сделать, нам нужно открыть камеру на нашем телефоне. Дальше, что мы делаем? Мы просто берем и фотографируем QR-код вот таким вот образом. Давайте это сделаем. То есть сделаем фотографию QR-кода. После того, как мы сделали, нам QR-код больше не нужен. Мы ставим обратно наш телефон, выходим с камеры, заходим в Google, в папку Google, обычно она так называется, и заходим в Google фото. Здесь нам говорят, что нам недоступны некоторые возможности, бла-бла-бла. И дальше нам пишут, что эта версия Google фото, к сожалению, больше недоступна, нам нужно ее обновить с помощью Play Market, а это занимает тоже довольно-таки немного времени, но все равно нужно подождать. Нажимаем «Открыть» или «Обновить» нужно было, но я не хочу его обновлять. Дальше нажимаем на фотографию с QR-кодом и выбираем пункт вот справа, который нас перекинет в Google объектив. Открываем этот пункт и ждем, пока Google линзы или же Google объектив просканирует этот QR-код. И все, они теперь показывают, что этот QR-код ведет на сайт Hard Reset Info. Мы можем нажать на данную ссылку и попасть на сайт, на который ведет QR-код. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!